Экс-директор Владимира Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова уехала на работу в Севастополь. С 30 июня она назначена главой Государственного историко-археологического музея-заповедника Херсонес-Таврический. Информация размещена на сайте Министерства культуры. Напомним, Светлану Мельникову отстранили от владимирской должности 18 июня. Тогда ей назначили замену в лице бывшего директора музея Горки Ленинский Игоря Конышева. Нынешнее место работы Херсонес-Таврический – один из самых величественных археологических памятников юга России. Его история связана с великими цивилизациями античности и средневековья. Со своим новым коллективом Светлана Мельникова уже познакомилась. Назначение состоялось меньше 2 часов назад, поэтому я еще не могу сформулировать все свои ощущения. Дело в том, что я просто вижу, что очень много интересной работы, и что здесь рождаются интересные проекты, насколько я понимаю. И вообще могу сказать, что Крым – это святое. И если пригласили работать, значит, надо работать. У меня положительный настрой, конечно, положительный, потому что если ты даже согласен работать, значит, надо понимать, что работать было с удовольствием и с радостью. По-другому я не привыкла и не умею. И все мои годы во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике это была работа с радостью. Только тогда культура действительно становится культурой, когда она несет радость и тем, кто ее воспринимает, и тем, кто о ней заботится.